Сели мы ужинать с Димой. Такие вот у нас супчики. Все одинаковое. Дима сидит, кушает. Будешь кушать сейчас. Называется сюрприз в грейпфрукте. Смотрите, она почти чуть больше сантиметра корочка. Он еще такой легенький, маленький такой. У меня был, кстати, разрезал он несколько лет назад, еще меньше был. Вот покупаю. Это вот большой, кстати, грейпфрукт. Вот он прям, рука моя огромная. Так обидно вообще. Такой гигантский покупаешь, и тут вот такой вот. Что-то маленькое, непонятное. Обидно, конечно. Тут вообще получается. С пальчик даже. Ну да, с пальчик. Вот так вот. Какая красота, солнышко. Осталась вот такая кирпичная стена. Там уже заделали, как солнышко выглядит свист. Тут заделали уже. Вот это осталось. Дима. Ой, какой мальчик Дима. Что у тебя в руках? Каштан, да? Каштан? Дима, куда ты смотришь? На пол? На землю? Столько листочков, да? Листочков. Такая красота. У нас сегодня солнышко, 17 градусов. У нас конец октября. Такой здесь маленький скверик. Да? Дима, ой, ты походить хочешь, да? Походить хочешь, да, Дима? Пришли мы домой. Вот такой у нас супчик. Вчера я готовила, отдельный ролик на него будет. Димин разогрелся, там и курочка, и перчик я вот положила, и помидорка, петрушка. Да, курица, картошка, яичко, лучок еще, вот красный лучок у нас маленький. Вообще классный, обалденный. Красивый такой, вкусный, безумно, обалденный. Обязательно приготовьте.